Закон об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне был принят в 1995 году с целью поддержания всеобщего мира и согласия, недопущения проявлений фашизма в любой форме, сохранения памяти о тех, кто отдал свои жизни в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Подробнее об этом законе рассказывает помощник Одинцовского городского прокурора. Положениями статьи 6 законодательно закреплено, что важнейшим направлением государственной политики Российской Федерации по увековечиванию победы советского народа в Великой Отечественной войне является решительная борьба с проявлениями фашизма. В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики, как оскорбляющий многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики организаций, сотрудничающих с группами, организациями, движениями или лицами, признанными преступными, либо виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран ОСИ, либо последовавшими после него приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов. Также на территории нашего государства запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики организаций, в том числе иностранных или международных, отрицающих факты и выводы, установленные в ходе Нюрнбергского процесса, либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Нюрнбергского трибунала, либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.